В сфере требующих развития конкуренции и совершенствования конкуренции у нас две сферы, это железнодорожный транспорт и гражданская авиация. По гражданской авиации речь идет о правилах по обеспечению доступа к осуществлению аэропортовской деятельности. Аскар Закупаевич рассмотрели в текущем месяце этот вопрос, даны соответствующие поручения для разработки правил с учетом рекомендаций ИКАО. И определены основные концептуальные подходы, которые поддержаны авиакомпаниями, аэропортами РК и согласованы с комитетом по регулированию естественных монополий. Речь идет о, Бакшан Дирович, о разделении аэропортовской деятельности на два вида обслуживания, аэропортовские и наземные. И к аэропортовскому обслуживанию отнести услуги аэропорта в сфере естественных монополий, к наземному обслуживанию отнести услуги с учетом международных организаций. Установление порогового значения, определение установления сбора требует, Бакшан Дирович, законодательного изменения. Сейчас уже подготовлены соответствующие предложения, и в ближайшее время редакция правок будет направлена в правительство для согласования и для последующего внесения в мажилис. Параллельно сами правила тоже отрабатываем. Второе, это касательно, вот в реестре было упомянуто сегодня, это касательно национальных перевозчиков грузов. Как известно, сегодня Кастемир Транс решением правительства 2004 года определено как национальный перевозчик грузов. В то же время в рамках формирования целевой модели железнодорожной отрасли предусмотрена реорганизация Казахстан Тимиржалы, созданием национального оператора инфраструктуры и формированием национальных перевозчиков груза. В настоящее время проводится нормативная работа по приданию акционерному обществу КТЖ «Грузовые перевозчики» статуса национального перевозчика грузов. И как раз для развития конкуренции очень важно это вопрос инфраструктуры. И поэтому предлагается, например, прорабатывается вопрос, чтобы создать акционерное общество КТЖ «Инфраструктура», которое будет выступать в статусе национального оператора инфраструктуры, что позволит сделать работу этой структуры более прозрачной, регулируемой, с тем, чтобы, соответственно, были представлялись равные условия для всех перевозчиков. При этом нужно сказать, что на сегодняшний день министерством выданы лицензии на перевозку грузов в сфере железнодорожного транспорта. Это Казахстан Тимиржалы, КТЖ «Грузовые перевозки», Петропавловское отделение, это Российская железная дорога, Каскор, Транссервис и Рудненская ЖДХ. Работа будет продолжена.